этот формат, он уникальный в своем роде, потому что те люди, которые это делают и создают, ну, это, наверное, люди, которые болеют, переживают в хорошем смысле слова. Пространство абсолютной любви, позитива, уважения и трепета друг к другу. Поэтому, конечно, хочется вернуться туда. Знаете, у вас есть свое лицо. У вас лицо таланта. Добрый вечер! Как у вас дела? Как настроение? У вас супер премия. Я очень рада быть у вас в гостях. Я впервые этим летом познакомился со всеми вами, и я благодарен организаторам и вам за вашу энергию и за то, что меня пригласили. Очень приятно видеть такое огромное количество людей в зале. В прошлом году меня не было, действительно, и так здорово, вы в такой дружной компании. Щеки болят. Улыбался все 3 часа. Лагерь ваш чудесный, замечательный. Даже как-то лагерем это, наверное, не надо. Это мир отдельный. Премия – это хорошо. Премий у нас в жизни много. Их никогда мало не бывает, мне кажется. Поэтому приятно награждать, приятно получать премии. Я бы хотел пожелать всем поленовцам удачи, терпения, огромного желания идти к своей цели и добиваться успеха. Вот даже уже чувствую по настроению. Опять домой в Поленово попал. Мое знакомство с вами произошло не так давно, в этом году. Но я всей душой прикипел и очень надеюсь, что уже ничего нам не помешает быть вместе. В общем, хотел бы поблагодарить организаторов всего этого действия. Даже не столько этого мероприятия, сколько именно организаторов лагеря. Потому что лагерь – это великолепно. Я там бывал несколько раз. Бывала моя дочь. И я получил, наверное, больше удовольствия, даже чем моя дочь. Хотя она все время говорит, что хочет еще и еще. Вы лучшие вожатые года. Я больше чем уверен, что вот вы многих своих учеников можете забыть, а они о вас будут помнить. Вот это здорово. То это уже мое 3-е участие в номинации. И респект команде Николая, которая команда с каждым годом поднимает планку номинации все выше и выше. Очень здорово, что в Детской Республике есть вообще такая премия. Я обожаю, когда поддерживаю талантливых творческих людей. Я очень много раз была в республике, в этой большой дружной семье, которая окружена любовью, заботой и вниманием. Не терять этот творческий запал, потому что как только мы садимся вот на какую-то вот зону комфорта, тогда мы перестаем искать что-то новое. Помните это время, потому что вы вырастете, будете носиться, у вас будут дети, работа, а вот это останется с вами навсегда.